Привет! Ты снова на канале IT User Help. Сегодня будет очень интересное видео, так как я в нем хочу рассказать об одном приложении, который дополняет и очень здорово расширяет стандартный буфер обмена в Android. Буфер обмена — это такая вещь, как когда ты копируешь текст, у тебя появляются такие меню, варианты, что с ним сделать. Вырезать, копировать, это в принципе удобно. Ты копируешь этот текст и потом в каком-нибудь месте вставляешь. Например, ссылку с какого-нибудь места берешь, копируешь и потом вставляешь в браузер, либо в другом месте, либо пересылаешь ссылку. В принципе, это удобно, но стандартный буфер обмена в Android очень скудный и не совсем удобный. Давай посмотрим, что можно улучшить и как расширить функционал. И не теряя времени, давай приступим. Итак, нам нужно зайти в Google Play Market и в поиске нужно ввести английскими символами клип. Clipboard Actions. Вот нам выдало Clipboard Actions. Ввели, и нам нужно это приложение Clipboard Actions от производителя Half Real. Нажимаем установить, приложение скачается, потом установится. Далее открываем приложение наше. Как видишь, у приложения очень хорошие отзывы и довольно много скачиваний. Наше приложение скачалось, открываем. Открыли, читаем, что тут написано. Переводим, если хотим полностью прочесть. Далее даем некоторые разрешения приложению. Включить. Да. И вот так выглядит интерфейс нашего приложения. В принципе, в чем отличие этого приложения, этого буфера обмена от стандартного Google буфера обмена андроидовского? В том, что когда мы, например, в заметках либо в другом каком-то месте берем, копируем текст, какой-нибудь текст мы взяли, скопировали, и когда мы опускаем шторку, у нас появляются варианты, что с этим можно сделать. Можно поделиться, перевести можно, произнести и прочее. И это варианты, что с этим текстом сделать, зависит от контекста, то есть что в этом тексте. Если у нас текст будет иметь, например, номер телефона и email, либо email просто, например, мы скопировали такой текст, который имеет текст, email-адрес и номер телефона. Скопировали. То у нас, соответственно, изменились контекст, что мы сможем делать с этим текстом. Соответственно, мы можем позвонить, и программа Clipboard Action позвонит именно по номеру, который в этом тексте есть. Либо email можем отправить, либо то же самое добавить телефон в записную книжку. То есть программа сама определяет, что в этом тексте есть, какая информация, и что с ней можно сделать. Другой вариант, если это будет ссылка, к примеру. То у нас тоже появляются варианты немного другие. Например, появилась функция «Открыть». И выбираем, через что открыть. То есть в зависимости от того, какая информация в тексте, программа сама... Привет! Определяет... Снова на канале IT User Help. Определяет, что можно с этим текстом сделать. То есть алгоритм такой, что мы
Копируем текст, который нам надо, и потом в шторке у нас появляются варианты действий над этим текстом. Также в самой программе потом у тебя сохраняется история, то есть ты можешь посмотреть то, что копировал ранее. Ну и, соответственно, можешь поудалять это, либо что-то еще как-то использовать. Так что попробуйте, если не понравится, удалите. Так, в целом, полезное приложение. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк. Подписывайся на канал. Оставляй комментарий. Ну и уж совсем круто будет, если нажмешь колокольчик, который находится справа от кнопки подписаться. На этом все. Всем пока.